Вот что еще хочу сказать по видео. По делу такого Руслана Кулабухова из Риги. А теперь снимаю видео на худшем качестве, потом посмотрю, как получится. Вот он. Так, покажу игру одну. На старые. Вот 2000 года. Я в нее играл. Такая своеобразная. Мы в нее играли. У нее такая музыка космическая. Ну тут я настроил, что ну вообще тут не так, это как бы усложненная игра. Чем такая резолюция? Все равно меня не тянет такой. Ну, надо, наверное, не экшенди сделать, а классики. Ну, немножко покажу. А нет, все равно тут не то, что мы играли. А тут я настроил этими кнопками. Тут она даже на Windows 7 так нормально не запускается. Сделал, чтобы запускалась, как на Windows 98. Ладно, тут одной рукой мне играть не получится. Она один ряд, может, собью. Table size normal. Вот. В основном мы так играли. Раньше создавал игры, и в одной игре такой, ну там из другой игры я как бы снова взял другую игру,
за основу. Там я несколько только ее там. Переделал, там можно ее редактировать, сам сюжет редактировать. Я эту музыку там использовал. Там так лампочки светились, и эта музыка играла. Ладно, выйду из игры. Уже 6 минут записываю. О, как я ее запустил. Compatibility даже не 98, а на 95-м надо ее запускать. Только тогда она запускается. На 98-м, кажется, даже не запускается. На XP, на вот этих тоже не всех не запускает. То есть это такое старье. А тут сама музыка. Так, где тут у меня установки? Вот эта установка. Вот он тут показывает потребление 1 амп... меньше 1 ампера самого пушпула. Вот. Меньше 1 ампера потребления. Ну и там 23 вольта где-то. И вот он, вот бы такая просьба была бы к нему, чтоб он вот автор скромной музыки пишет Crappie Muzak for Zetrix. То есть никчемная, как бы поломанная музыка для Zetrix. Ай, Crappie — это, видимо, страшная музыка, значит. Не знаю. Или попорченная, или страшная. Вроде бы много смыслов это слово имеет. Вот. Где-то 0,8-0,9 ампер у него потребляет. Вот было бы хорошо, если бы он... при... лампочки включил при работе одного пушпула, и чтоб мы посмотрели бы, я, например, посмотрел, сколько, насколько они горят, эти лампочки. Тогда можно как-то больше уже операции, легче было бы повторить, а так он вот этих самых главных моментов не показывает. Он уже только на нагрузке. Ну, на нагрузке и так понятно, что будет около 220 вольт. Ну, когда уже все на самозапитие идет. Как бы неинтересно.
чтобы он бы показал, как вот горит от одного пушпула и сколько это потребляет, чтобы он их включил и выключил, чтобы было видно. И потом, чтобы он взял и только одну какую-то там 15-20 ватт лампочку скрутил без Теслы тоже, чтобы посмотреть, насколько она будет ярко гореть. Вот это бы мне было бы важно. Он вот как раз этих самых важных моментов избегает. Когда я стеллограмму там снимал, так он тоже говорит, это стеллограмма, это все неправильно. Так он зачем показывает все неправильно? Показал бы как правильно, как при самозабитии, какая стеллограмма где там импульс бьет. Чтобы другие могли повторить, это дает неправильная стеллограмма. Смысл какой этого? Потом другим объясняет, что вы не включаете голову. Так пояснил бы дуракам, как надо все сделать, это не поясняет. Так, жизнь его и пробежит, потом так с пустыми, и потом и умрет. Как бы много снимал, много усилий выдал там на эти как бы съемки, доказательства, что они фейк. А никто повторить не смог, и как бы толку от него, что он прожил. Получится, никакого не было, всю жизнь так как бы без толку прожил. Никто ничего не смог повторить, что он тут объяснял, рассказывал, доказывал, столько силы вложил, но вложил то, что в то, что сам хотел людям дать, а не то, что люди хотели взять. И потом удивляется.